Главные правила любой диеты. Первое. За сутки пить не меньше 2 литров жидкости. Второе. Полностью исключить алкоголь. Третье. Перед завтраком натощак выпивать 1 стакан воды или воды с лимоном. Завтракать только через 20 минут. Четвертое. Перед каждым приемом пищи пить за полчаса. Во время еды вообще ничем не запивать, желательно. После того, как поешь, пить спустя от 40 до 60 минут, но не раньше. Номер 5. Кушать от 4 до 6 раз в день с интервалами в 3 часа. Номер 6. Последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна. После можно только воду, зеленый чай без сахара, обезжиренный кефир. Номер 7. Чай пить без сахара можно с медом. Кофе без добавок, таких как сливки, молоко, сахар, иначе это куча пустых калорий. Номер 8. Картофель не чаще, чем 2 раза в неделю и только в отварном или запеченном виде. Номер 9. Виноград и бананы пусть подождут только того момента, когда ты похудеешь, но пару раз в неделю можно. Номер 10. Разгрузочный день без вреда фигуре можно проводить 1 раз в неделю. Номер 11. Устроить себе читинг можно в том случае, если вес стоит в течение 2 месяцев. Номер 12. Никогда не надо забывать про спорт. Легкая зарядка утром и вечером. Поотжимайся, поприседай. Номер 13. Идеальное время для спорта с 17 до 20.00. Номер 14. На завтрак лучше вареные яйца, каши, салаты, хлебцы, фрукты, творог. Завтрак никогда не пропускать. Номер 15. На обед хорошо подойдут супы, бульоны, салаты, отварное нежирное мясо, белая рыба, овощи, фрукты. Номер 16. На полдник хорошо подойдет йогурт, салат, кефир, отварное нежирное мясо, а также овощи. Номер 17. На ужин хорошо подойдет легкий салат, творог, йогурт или немного тушеных овощей. Номер 18. Фрукты лучше есть в первой половине дня. Номер 19. А еще забудь про жареные блюда. Номер 20. Салаты заправляй сметаной или натуральным йогуртом или маслом. Забудь про полуфабрикаты, фастфуд, семечки, орешки соленые, чипсы и все в этом роде. Майонез вообще в мусорку. Сладкую воду нельзя, если хочешь похудеть. Из сладостей кусочек черного, желательно горького шоколада в первой половине дня. Ну, и от жирного мучного откажись. А если не можешь, то сократи до минимума. Пирожки, печеньки, булочки. Фу на них. Ешь маленькими порциями. Один прием пищи не больше 200 грамм. Возьми, заведи маленькую тарелочку себе и кушай чайной ложкой. Первое время будет тяжело, а потом желудок сузится и будешь меньше кушать вообще. Главное, больше спорта и меньше сладкого. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч!